Спонсор данного выпуска – детский интернет-магазин кроваток-машинок «Слипкар». Ссылочка в описании. Ребятки, всем салют! Мы, короче, сегодня приехали гулять на самую главную улицу. Называется она... Навагинская? Навагинская или Навагинская. Поправьте, пожалуйста, как будет правильно. И сегодня прям действительно такой новогодний выпуск со всякими огонечками, снаряженными пальмами, с музыкой. Погнали! Так, ну и начнем с хорошей новости. Нам вообще повезло. Мы прям подъехали, и вот единственное место на всей парковке было свободно. Почему-то так вот нам свезло. Не знаю почему. Так. И двигаемся сейчас с вами куда-то. О, нет, на барабанную установочку. Да, атмосфера прям новогодняя. Ой, как тут красиво. Yes. Вот так вот играет. Так, все заряженные телефонами. Я пойду, а то у меня монетизация не включится. Сколько красивых иллюминаций сделано. Главный символ Олимпиады. Большие экраны, да. Ну и вот, собственно, туда идет вся улица. Сейчас пойдем. Пойдем по той стороне, Настя. Пойдем по той стороне. По той стороне пойдем. Так, современные электромобили тут ездят. Детки у нас уже подустали, хотя мы только вышли на улицу, но время уже очень позднее для них. Вот. Сочи. Кайфую от того, что здесь украшены не елки, а пальмы. Смотрите, как красиво это смотрится. Так, давайте мне кто-нибудь руку один. Почему? Все ноют. А, все ноют? Ну ладно. Посмотрите, сколько народу. То есть тебе, Радюшка, ты будешь ходить, и кто-нибудь тебя обязательно зацепит, ты упадешь. Слышишь меня? Ой, как красиво. Пойдем, наверное, туда, Настя. Там прям такая движуха. Или нет, или вон там. Что мы? Где? Ой, посмотрите, какая круть, а. Вау! Так, ой, кафе вообще, ресторанчики все переполнены. Давай пойдем в кафе возьмем. Короче, мы ненадолго оперивались, потому что мы решили зайти в Кефиси купить детям погрызть, иначе у них начался вечерний гундёж. Ну а мы с вами теперь вот точно продолжаем гулять по этой улице. Так, мы прям вот тут с вами прервались, и вот тут и продолжаем. Тише, аккуратно, Артём. Да, зашли мы в Кефиси. Настенька, ваши впечатления о Кефиси? Народу, куча дышать. По одной вояли и идет, я вам еще потом дам. Вот наши голодные чайки. Чайки, все хорошо? Будем летать? Летать будем? Рыбу поймали? Все, отлично. Все, круто, давай, теперь гуляем. Блин, ребят, посмотрите, сколько это красиво. Пальмы украшенные. Класс, а? Какая красота. Какая красота. Ой, блин, вот клево. Так, а напишите, пожалуйста, как правильно. Как, Настя, Навагинская? Навагинская, Навагинская. Напишите, как правильно. Вот так вот красили дерево вот такими капельками. Стекают высокие пальмы. Ну, очень круто. Зеленые подсветки для пальм. Зеркало. Свет мой зеркальце, скажи, видите?
А вон там очень круто украсили звездами. Лысое какое-то дерево. Пойдемте поближе. Подойдем. Давай, мой зайчик, мне ручку вот сюда. Народу просто тьма. Ну, вы сами видите, да? Ой-ой, мы специально сюда приехали, короче, вечером, чтобы это было прям атмосферно классно, потому что днем здесь гулять, конечно, не тот эффект, нежели сейчас. Посмотрите, как красиво. Лысое такое дерево. Вообще лысое. Что это за дерево? И вот так красиво украсили, да, Настен? Красиво, да, украсили? Вроде ничего необычного. А я вот зашел в KFC и украсил Настеньку. Да, Настен? Ой. А я вот не ем, потому что считаю, что нужно сначала поработать, отснять, а потом поесть, Настенька. А, все. Вон там где-то кто-то поет. Слушайте, посмотрите, какой красивый туннель сделали из иллюминации. Ну, очень клево. Ой, красота. Сейчас мы с вами прямо сюда и заходим. Погружаемся в этот цветной, красивый новогодний мир. Вон там видна елка, елка-шатер. Назовем ее так. Видишь, Настенька, там елка-шатер. Ой, очень красиво. Настенька, тебе нравится? Вот атмосферно. Что тут днем гулять, да? Не то пальто, но ничего. Ой, кайф вообще. Смотрите прям в толпу. Так, руку дайте, Артем. Так, там что-то происходит, не знаю. Но стоит толпа. Понял, вату катают, вату. Вот она, главная сочинская елка. Тёма, сюда, пожалуйста. Ой, какая красота. Слушайте, ну все, вот эта елка заслуживает лайк. Пошлите с вами, подойдем поближе. Пойдем поближе. Ой, слушайте, какой кайф, а. Вообще. Сейчас мы с вами сделаем вот такой вот волшебный скролл. Смотрите. Вот. Вот так вот. Стой, Родион. Так, продолжаем с вами путь. Блин, ну елка вообще шикарная. Елка-шатер. Так, шар. Да, так красиво. В таких классных цветах, да, все сделано. Очень клевые, атмосферные. Вот такие деревянные палаточки, смотрите. Да, Дедушка Мороз. Настоящий сочинский мороз. Видите, какие палаточки красивые. Вот возле палатки можно сделать красивую фотку, наверное. Видите, как классно, ребята. Так, и мы с вами попадаем еще вовнутрь. Ой. Очень-очень атмосферно. Вот тут прям заряжаешься новогодним настроением по-настоящему. И прям классно. Вот смотрите, какой шикарный Дед Мороз. Да.
Вот, какие, видишь, с Новым годом. Родион, иди поздоровайся. Чё ты, стесняешься? Да, да. Слушайте, я, короче, больше всего кайфую от вот этих вот высоченных пальм, которые украшены гирляндой. Вот так атмосферно повесили Дед Мороза, типа к вам заглядывает. И вот он, такие Дед Морозы, вот видите, во всю аллею. Ой, слушайте, очень здорово. Артём, иди сюда. Палатки, вот видите, все функционируют. Вы можете видеть, что вот в ресторане вообще мест нет. Да. Вот так вот, друзья. На днях показывала в прямом эфире атмосферу Семирытинки, Садлера. А сейчас мы с вами гуляем по самой главной новогодней улице Сочи. Новогинская, Новогинская, как ее правильно. Я буду повторять. Нет. Да, она шикарна. Я сколько смотрел видосики днем, это все, конечно, не то пальто. И вот мы выбрались сюда вечером, когда все светится красиво, по-настоящему, по-новогоднему. И поляна не нужна, скажу я вам так. Ой, кайф. Ой, какой кайф. Посмотрите, сколько тут людей. Вот кто-то с собачкой, видите, приехал. Молодцы. Так, давай пропустим, а то нас сейчас бубумкнут. Для детей развлечений. И такие машинки, и такие машинки. И вата, и игрушки, чего только нету. Расчехляйте новогодние кошельки. И вон фура, видите? Что тут только нет. Очень здорово. Еще мне очень понравились вот эти вот звезды, видите, которыми было украшено это лысое дерево. И вот тут получается над улицей так натянуты они тоже. Ты что? Давай руку. Ой, вон, видите, ноги Дед Мороза, там была голова, здесь теперь ноги. Да, по кайфу. Дай мне руку, пожалуйста, Артём. Видишь, летают. Классно, классно. Тут шикарные офисы вот тут, конечно, с таким видом. Работать в декабре явно не хочется. Особенно вечерком. Кстати, а у нас, знаете что? У нас же пошел день на увеличение. Мы вчера созванивались с родителями, они в Москве. И обычно у нас всегда темно, у них светло. Сейчас наоборот, у них было темно. А у нас вчера было где-то 5, и у нас было еще достаточно на улице светло, мы им показывали, так тоже, кстати, приятно. Удивились, как у вас с этим? Идет на увеличение, не идет? Кто откуда смотрит? Пишите в комментах. Так, здесь, видимо, какой-то торговик. Мы, кстати, здесь вообще гуляем по этой улице, вообще первый раз. Ни днем не гуляли, ни вечером никогда не гуляли. Эта улица, для тех, кто не знает, находится напротив порта, как бы под углом 90 градусов. Да, у нас ребятишки немножко отстают. Так, слушайте, очень красиво вообще. Что-то классно, светло. Причем без света абсолютно качество, по-моему, прям норм, да?
так мы продолжаем путь. Не знаю, сколько мы прошли. Половинка, не половинка. Так, дядька впрягается за пацанов, правильно. А, заступился. Молодец. Давай ручку. Ну да, да. Купите шарик, поможете ребенку с поликонизмом. Ага, прикольная акция. Ай? Ну, кто как может, так и зарабатывает. Слушайте, повсюду прокаты детских машин. Вообще их настолько много. Вот казалось бы, да, в Москве уже в это время минус один бизнес. Прокат электромобилей точно отстегнется в это время. А тут вот он есть, причем вот на каждом углу. И вот мы сейчас идем, Настенька классно сказала, что в Москве тоже все наряжено, все так новогоднее. Но в Москве, пока ты гуляешь, ты промерзаешь, а здесь ты, ну, прям потеешь, потому что сейчас на улице 16 градусов. Мы как раз когда проканулись, на машине на табло было 16 градусов, представляете, сейчас 7 вечера. Блин, какой это кайф. Люди, все довольны, улыбаются. Звонят своим родным, хвастаются, показывают, у кого есть возможность была уехать. Они уехали, попали в замечательный город Сочи. Артемка, как тебе нравится? Очень. Очень красиво, да, сынок? Вообще, видишь, не зря же приехали, да? Ребята, этот выпуск точно заслуживает вашего новогоднего пальца вверх. Так, продолжаем идти. А то не иначе у тебя вкусный, да? Фарш выйдет завтра. Мама, я сильно пить хочу. Водичку дам, давай. Блин. Парни, есть. Пить у вас как это? Да, детвора. Родиончик, стой. Родион, стой. Пить, есть, писить. Туалет. Туалет, туалет. Печенька, печенька. Наггетс, наггетс. Ладно, это такое небольшое отступление от новогоднего. От новогодней атмосферы города Сочи. Центр. Класс. Так, ну что, попили, поели. Продолжаем дальше путь. Смотрите, у нас дорога уходит дальше наверх. И дальше, дальше продолжается и продолжается красота. Ручку давай, Артем. Можешь сюда залезть, пожалуйста. Там ездят самокаты и коляски. Да, безумная красотища. Администрация. Смотрите, тоже украсили. Красиво все подсвечивается, звездочки. Ой, какой по кайфу вообще. Слушайте, мне очень сильно нравится. И самое главное, что эта история коллаборируется с очень теплой погодой. От этого еще лучше. Что? Там Родион, я его вижу. Ой, смотрите, еще одна красивая-красивая елочка. Так, нам нужно найти Родиона. Ты Родиона нашел? Родион, дай руку, пожалуйста, хватит убегать. Ой, какая краса. Бегать надо днем, Родион, либо на площадке. Так, вот что-то. Да, слушайте, ну, очень и очень... кайфово. Как вам? Ребята, в комментариях напишите, пожалуйста, как вам. Артем, дай руку, там дорога. Как вам атмосфера? Так, ребята, в комментах пишите, как вам атмосфера? Зашла, не зашла? Как вам выпуск? Слушайте, ну вот вообще просто, я не знаю, мне очень нравится, прям очень красиво, стильно. Так, а тут, по-моему, завершение, так понял, сам всех наряженностей, всего украса.
Это мы куда-то пришли уже на вокзал. Торговый центр. Да, классно. Знаете, что не хватает? Чтобы везде играла новогодняя музыка. И было бы вообще клево. Такой легкий-легкий ветерочек, который, видите, где-то на макушках есть, а здесь его нету. Погода безумно-безумно комфортно, жарко. Да, вот мы, видите, вот так вот в куртках, кофта и жарко. Да. Ой. Так, смотрите, вот еще одна елочка с красной звездой. Руку дай, пожалуйста. Так, у меня, в общем, начинается спецзадача за Родионом смотреть. Так, тут у нас пальмочки. Я хочу вам показать еще елочку поближе. Покажу вам вокзал. Родион, сюда иди, Родион. Вот. Такая красавица. И все это вот в такой атмосфере пальм, видите? Ну, я не знаю, что может быть лучше. Москва Москвой, конечно, но Сочи лучше. Ой, кайф. Все подсвечивается. Видите, пальмы от этих подсветок, они становятся еще более атмосферней. Как вы считаете? Ой, класс, видите, все кустики, все подсвечивается зелеными фонариками. Так, вот он, вокзал. Ну да, вот так вот мы с вами куда-то пришли. Давай ручку, Родион. Ну, я понимаю, ты далеко не убегай. Посмотри, как темно, сынок. Посмотри, как темно. Вот еще лысое дерево. Вот было бы неплохо, если бы его украсили. А его не украсили. Блин, как носится, а? Детвора. Вот я тоже об этом говорил, что жаль, что на этих прокатах нет никакого датчика считывания. Какой возраст берет эти самокаты, потому что детвора, конечно, них отжигает очень-очень жестко. Ты хочешь здесь посидеть? Садись. Садись, Родион, отдохни. Вот так мы с вами, ребята, прогулялись по... Навагинской. Опять забыл это название. По этой улице, по самой-самой красивой в Сочи, самой заряженной для Нового года. Я надеюсь, мы вам передали это новогоднее настроение через экран сочинское. Тепло ловите. Вам, в общем, подписывайтесь на канал, репостните видос, поставьте лайк выпуску. Это для нас большая поддержка. Все, до новых выпусков, которые будут уже очень скоро. Все, пока.